Друзья, всем привет! Вы на канале Делай Сам. Сегодня будем делать полезную идею вот из такой вот сломанной лопаты. Она у меня действительно сломалась. Лопата была хорошая, служила большой срок времени. Пришло, видимо, ее время. Сейчас мы дадим ей вторую жизнь и сделаем самоделочку. Всем приятного просмотра. Поехали! Немножко порисуем. В общем, сделал вот такую вот с десяточки. Согнул, здесь кусочек резьбы нарезал. Сделал прорез. Получилось вот так. Пока. Теперь нашу штуку сейчас приварим вот сюда, вот так, вот таким вот образом. Сделаю это за кадром, и потом уже покажу. В общем, варил, заточил, край заточил. Получается вот так вот. Здесь получилось прям почти, как будто так и должно быть. Делаю вот такую вот рукоять. Пока сделал черновую, опять же при помощи стамески, наждачной бумаги, все. И просверлил отверстие на 10. Теперь берем ручку, одеваем ее. За счет изгиба она дальше не уйдет. Сделал вот такую вот шайбочку и накручиваем гайку. Естественно, все затягиваем. Вот так вот. Не знаю, обработать может гаечку, сделать ее тоже кругленькой. По итогу вот так вот получилось. Ну, здесь под пальчики, все удобненько. Сейчас нанесем воска. Покроем его. Многие всегда пишут, что нужно феном прогревать. Ну, давайте попробуем. Получается, конечно, красота. Цвет прям шикарный. Второй раз еще покрыл. Смотрится прям вообще бомба. Не стал красить металл, вроде бы работать в земле. Не знаю, конечно, ржаветь будет. Может, посоветуете, чем можно было покрыть, чтобы это не слезало. Ну, не слезала краска. Решил продолжить и сделать еще из вот этой лопаты еще две полезные идеи. Получилась такая вот болваночка, она, конечно, немножко кривоватая, но это в процессе мы все сделаем, все будет ровно. Трафаретик сделал на самоклеящей бумаге. Самоклейка, но я боюсь, что это все слетит при резке, так что воспользуюсь краской. Thank you.
получилось вот так вот, даже прям все четко. Зажал 25-ю трубу в тиски. Сантиметр вырежу, 10 миллиметров. Получилось так вот, теперь зажимаю в тисочках и обожму. И сделаю сейчас одно отверстие. Сделал фаску, чтобы можно было приваривать. Где-то внутренний диаметр получился 22. Сейчас вот так вот наварю. Обварил. Но только сейчас понял, что сделал одну большую ошибку. Надо было все прежде всего шлифануть полностью. От ржавчины убрать, а не потом после сварки. Теперь это, конечно, будет неудобно сделать, но что-нибудь сейчас придумаю, что-нибудь шлифану, конечно. Ну, как видели, я немножко закалил металл, здесь закалил само полотно, немножко, да, жало, чтобы было острое, здесь сами зубы закалил. И немножко в масле его проворонил, чтобы оно было черное. Теперь оставлю, пускай остывает, ручку сейчас буду изготавливать. От той же самой старой лопаты изготавливать, я вот сделал спил, посмотрел, что лопата еще живая. Ну, черенок еще живой. Сейчас с него и сделаем. С тонкого края, сверху, отметим 300 миллиметров. Зажал в тисочках и сейчас быстренько отпилим. Как видим, да, дерево живое. Кромсал стамеской, а потом вспомнил, у меня же есть токарный станок. Пошел на токарном станке, немножко обточил. Вот получилась такая вот ручка, тоже под пальчики все сделал. Все удобно лежит в руке. Единственное, сейчас немножко края заточу, чтобы она заходила. Ну и как всегда покрываем воском. Кто-то советует льняным маслом покрывать, но я не знаю. Его искать где-то нужно еще. А сейчас воском он опять феном прогреем. Практически впиталось все. Вон, салфетка практически сухая. Примерно готов. Берем оставшуюся часть от лопаты. Отмечаем 160 миллиметров. Отступил по 40 миллиметров и очертил линию. Получился у нас такой вот кусочек. Тут даже какая-то надпись. Видно, рельсовая сталь. Зажал струбцинкой, сейчас будем зачищать. Получились две такие вот, два таких кругляка, примерно градусов 80, здесь не 90. Пока откладываем тоже эту сторонку. Зажал 25-ю трубу, сейчас отмечу здесь примерно 120 миллиметров. У меня получилось примерно вот так вот. Есть такая теперь запчасть, такая деталь и такая деталь. Теперь осталось все это сварить. Сейчас пойду за кадром это обварю и потом уже конечный результат уже покажу. Обварил, получилась вот такая вот штукенция.
По итогу я зачистил, покрасил золотой цвет, но это какая краска у меня была под рукой. Сделал отверстие и зазинковал. Получилось не хуже, чем заводская. А черенок я буду использовать старенький, у меня вот такой лежит, я его немножко подточил. Все, сейчас саморезик закрутим и огонь. Конечно, деревяшку предварительно просверлил. Ну, давайте посмотрим, что получился, что за у нас инструмент. Вот смотрим. Даже перекапывать можно огород. Ну ладно, это мягкая земля с того года. Давайте попробуем сейчас что-нибудь на побольше на целине. О. Большой плюс, что здесь уже само родное получается очень хорошее ребро жесткости. Ну, по итогу у нас получилась вот такая вот рабочая мотышка. Также получилась тяпка, у нее много названий, тоже рабочая тема. Это всего с одной лопаты, да? Вот такой вот совок, он, конечно, мне больше всего понравился, потому что он прям эксклюзив такой. И, кстати, еще остался даже вот такой вот кусочек. Еще с него что-то можно даже сделать. Друзья, ну, у нас с вами получился вот такой вот замечательный инструмент. Кому понравился, обязательно поставьте по лайку, прокомментируйте. Кому не понравилось и кто скажет, что можно купить, идите покупайте. Я же вас не заставляю идти и делать. Я просто показал, что из ненужных и сломанных вещей тоже можно сделать полезный инструмент, который тоже стоит денег. И зачем выкидывать? Моя коронная фраза: не вздумай выбросить или не вздумай выкинуть. Так что, друзья, обязательно комментируем, обязательно ставим лайки, кому понравилось. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Вас всех обнял, всем вам крепко жму руку. До новых встреч, пока-пока.